В Славянске на Кубани приступили к ремонту дороги по улице Школьной. Благодаря участию городской администрации в краевой ведомственной целевой программе «Капитальный ремонт» и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края, на реконструкцию дорог Славянска на Кубани в этом году будет потрачено более 20 миллионов рублей. С текущей недели дорожная служба ДРСУ приступила к асфальтированию улицы Школьной. Также будет капитально отремонтирована улица Проточная от набережной до Ярмарочной. Программа представляет собой софинансирование краевых субсидий и субсидий из местного бюджета. На данном этапе у нас проходит ремонт дороги улицы Школьная. Следующим этапом у нас заложен ремонт улицы Проточная, от улицы Набережной до улицы Ярмарочной. Общий объем финансирования двух участков составляет 22 миллиона 800 тысяч рублей. Из них 21 миллион 660 тысяч у нас субсидии из краевого бюджета и 1 миллион 140 тысяч субсидии из местного бюджета. Ремонтные работы планируется завершить к концу года. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».